6550 многодетных семей Чувашии должны получить земельные участки. Для них уже сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет почти 4000 наделов. Больше половины многодетных семей уже обеспечены землей. Полностью решен вопрос в Алаторском, Порецком и Шамуршинском районах. В Маргаушском районе проживает более 500 многодетных семей. В каждой из них воспитывается 3 и более детей. На оформление земельного участка в собственность подали заявление 325 семей. Из них почти 150 уже получили землю. И лишь некоторые разрешения на строительство. Возводить дома им предложено неподалеку от деревни Казикасы. Здесь уже сформировано около 600 земельных участков. 102 надела получат представители Маргаушского района. Остальные участки распределят между семьями города Чебоксары. Была земля сельхозназначения. Присоединили. Естественно, здесь никаких коммуникаций не было. Идет проектирование сетей инженерной инфраструктуры. После того, как проект будет выдан, пройдет экспертизу, соответственно, все проекты пройдут экспертизу. Будем искать выходы, возможности уже начала строительства этих сетей инженерной инфраструктуры. Всего в республике землей обеспечено более 3500 многодетных семей. Это 55% от общего количества поставленных на учет. Право собственности зарегистрировали 3146 многодетных семей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что улучшение их жилищных условий – одна из задач местных властей. На сегодняшний день у нас завершено 16 домов по данным муниципальных образований. Это 4 дома в городе Чебоксары, 2 дома в городе Новочебоксарск, Чебоксарский район, 1 дом, в Комсомольском районе имеются ряд еще муниципальных образований, всего 16 домов. Обращаю внимание главы администрации районов и городов. Одно дело, сейчас мы занимаемся проблемами предоставления земельных участков, поисками этих земельных участков. Когда вот, понимаете, четко работает в этом направлении, это же реально можно делать, там никаких больших-то проблем нету.